Вот, прикупил я зеркальце новое. Вот это старое оригинальное. Сразу видно, что новое сильнее затемняет и сильнее уменьшает изображение, чем вот это оригинальное. В новом вот эта разделительная черта сильнее наклонена. И в новом тут есть бортик, выпирающий за зеркало. Вот, например, видите, как сделано здесь. То есть водосгоном его проще очистить. Вот такой бортик, там будет забиваться грязь. Водосгоном будет очищать его проблематичнее. Ну, вы поняли, да? Блин, пальцы приклеились. Жуть. Двусторонний скотч. Вот как здесь выплавлено, сейчас посмотрим. Вот общий вид. Вот эти контактики тоненькие. Но вроде как расположены они тоже с краешку, что внушает оптимизм на то, что обогрев идет по большей площади, чем в том же ТИК, который я ранее обозревал. Вот в такой коробке она была, в пупырке. Такая коробушечка, прям в размер зеркала. Зеркало нагрелось, аж рука обжигается, палец. Смотрим зону нагрева, где чего. Вот, смотрите снова.
Вот как-то так, вне зоны. То есть, да, внизу она, то есть с этой стороны она быстрее отправила сверху. Хуже. Ну и все, всем пока.